Всем приветики. Ко мне пришел жесткий диск новый, который довольно-таки хорошо упакован. Сразу видно, он там несколько слоев картона. И можно его открыть. Надеюсь, там я ничего не поврежу, как бы его так аккуратненько. Запаковали хорошо. По идее, с ними должно быть все в порядке, потому что если жесткий диск упадет, то он может повредиться. С такой упаковкой, по всей видимости, с ним все хорошо. Я, наверное, на паузу поставлю, а то это долго будет. Ну вот, я, в общем, нашел место, где можно добраться. Тут трохи проковырял. А дальше, по идее, вроде же как и громить особо не хочется. Все-таки жесткий диск, надо аккуратненько. Ну и полчаса ковыряться тоже не хочется. Хочется побыстрее. Ну, молодцы, хорошо упаковали. Обычно бывает приходит, а там вообще обо что. И сверху бантик. А тут довольно-таки хорошо. Главное сейчас руку себе не проткнуть, пока стараешься. Так, да уж, намотали, конечно. Но пакета можно было и поменьше на самом-то деле. Реально, зачем столько пакетов? Он же типа не... Ладно, картонки много, она типа как-то защитит, а пакет что, тоже типа... Ого! Это столько слоев пакета. Я не знаю, сколько их тут штук. Штук 6. Ого! Так, прорезаем. Так, теперь по идее тут. Да уж, вот такая вот коробочка. Сейчас я посмотрю, что тут написано. Ну, в общем, там был чек и жесткий диск. Но он тоже весь перемотан. Ну, получается, он... Ну, получается, он в пупырке, в картоне и в целлофане. И плохо, что они такого жестко заматывают скотчем. Ну, просто это ж, ну... Как его вскрывать? Пока вскроешь, реально. Это как бы слишком круто намотано. Типа, столько и не надо. Ну, я имею в виду скотча. Хотя... Главное, чтобы это защищало его хорошо. Ну, это столько скотча, что он даже не вылазит. Потому что, я же говорю, слишком круто намотано. Вот так много. Аж просто с ума сойти. Так. Ой, ну кто так намазал? Зачем столько? Это вообще как-то... И вроде ж другой бы товар просто бы как рванул бы. А здесь так хочется аккуратненько, все-таки жесткий диск. Он же типа нежный, он не любит все эти тряски, там все эти удары.
Да уж. Но в итоге вот он, жесткий диск. В таком пакетике еще новеньком. Сейчас вскроем пакетик. Тут получается все так туго замотано. Типа вот тянешь, он прям вплотную. А еще ж хочется типа аккуратно. Все-таки он же типа... Ну, жесткий диск — это вещь нежная. Он такой жесткий диск купил. Он такой увесистый. Мне кажется, 0,5 килограмма весит, наверное. Вот такой вот хитачик. 3,5 дюйма. 3 терабайта. Вот он хитачи. Где здесь надпись, что это 3 терабайта. Что-то я так сразу и не вижу. А вот вижу. 3 терабайта. Вот, ну Hitachi вроде бы нормальная фирма, поэтому должна вроде бы нормально работать. 7000 оборотов, 6000 гигов скорость. Вот. Так вот он выглядит. Вот оно все. С этой стороны что у нас? Для болтиков крепления. Так. С этой стороны тоже для болтиков. Все здесь подсоединяется к компьютеру. Сюда питание, сюда передача данных. Вот он такой. Ну, как раз 3 терабайта это то, что мне нужно. А то информации что-то много, не влазит. Не влазит, но в принципе. 3 терабайта уже точно на все хватит. Поэтому буду пользоваться. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Вот такая новая моя покупочка. Ну, на этом все. Всем покедова.